Сегодня мы чекаем лифт на камеру. Вам надо встречать этого, да? Да, ну я же хорошо, хорошо. Значит, сейчас подождите секундочку. Спасибо. Да, последний. Может, померяешь? Юль. Почему закрыт? Работает? У меня сухая. White Star. Называть, будет называть White Star, если вот ты. Я помню. Давай померяй. Белагропромбанк, да? Да. Сделал вот такой вот девайс. Перекосило лицо, просто если лицо перекосило, то может быть инсульт, типа, сказала. Нормально у него лицо? Нет, нормально, лицо да? Нормально. Она в сознании, все. Смотри, видишь, вот наклеечки. Скажите, а можно позвать кого-то, чтобы помогли? Конечно. У вас там есть телефон? Человека, потому что надо еще одного, потому что двое по бокам взяли и один сзади. Так, ну, нам запрещают вручную транспортировать, поэтому я сейчас перешу как-то.
смысле вручную. А как? Ну, специально есть это самое. О, ну будем на ней спускаться, наверное, полчаса. Мы можем. Ну, я поднимался так сегодня. Нормально, просто надо еще одного человека позвать. Ну, сейчас хорошо, подожди. Давайте. Пока не а может вы мне поможете еще? Смотрите, я поворачиваю зал, вы просто стоите на ступеньке и придерживаете. Это Uber. Самая удобная, самая выгодная штука. По крайней мере, в мегаполисе. Там, где есть Uber. Внесение вопроса о рассмотрении оборудования этого заведения пандуса. Слушай, ну у меня новый пиджак реально. А прическа нормально? Трошки тут. Ну, блин, ну сделай. Давай. Я же не вижу. Ну, все. Гран-кафе, говорю, я тоже ни разу не был. Ты был в Гран-кафе? Да, был. Но там ты... Очень дорого, очень. Можешь типа подменять. Ну, ладно, давай. Я понял. Давай, Игорь, я буду гулять. А дальше даже он не натянется еще? Ну да, это все. Ну все, вот, слышишь? Да. Это все, да. Ну и все, и ты мне тогда должна будешь помочь сзади подтолкнуть, потому что для меня это слишком круто. Угу. Вот. Мне нужно вот такую фоточку, вот именно такую. Да. А можешь еще мне на телефон сделать? Чаевых не оставил, пандус не поставили, знаешь. Он вроде как... До свидания. Вот.
пока.